Что ты выберешь, ебаный пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи? О, нет. Такие слова говорить нельзя. Вот. Это не для насасасас. Побывать в невъебенных охуительных хоромах Дрейка или... Пяшка пиздец какого горячего какао... Второе. Я и так тут живу. Что за блядские вопросы? Какой ебан их придумал, нахуй? Так. Но я, конечно, выбрал бы первый вариант. Итак, следующий. Охуетительный вопрос. Выпить чашку кофе со своим другом или ёбать по бутылке жигулевского пивасика с Дрейком? Я не пью пиво обычное, блядь. Блин, мне попался очень... Тихо. О, прикольные фотки. Личная жизнь, Татьяна, личная жизнь. Татьяночка, Татьяна, есть в чате? Не отворачиваются мужчины, и в личной жизни у вас преграда, препятствие. Отворачиваются мужчины, блядь. Давайте Саша, попросим ее Анна на что-то нагадать. Сергей 51, его чувства не свободные. Анна и Сергей. Так, на что? Анна и Сергей 51, его чувства. Давайте мне на отношения. Чувства. Много холода. Идет. Денис, 20, когда отношения, напишите ей. Здравствуйте, 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 мои хорошие. Заходим, она специально игнорит, блядь. Делимся эфиром. Делимся, поделились по экранчику. Сука, она же видит. Саша, 45, чувства к Татьяне. 45. Ты гнида? Чувства, чувства, есть чувства. Блядь, вот, Татьяна, буквально, вот этот Саша 45. И тут 2, Денис 20, что ждет. Так, Наталья 58, Алексей 65, будем вместе. Охуела? Думаю, что будете вместе. Денис, 20, что ждет? Она игнорит специально. Она игнорит. Стучим, дорогие зрители. Да иди ты нахуй! Просто по экранчику заходим в эфир. Всех. Мы вообще с матерью очень бедно жили, прям. Так. В смысле нет телефона? У тебя нет телефона? Все сломался. Марю, Машуль, как настроение? Машуль! Машуль, как настроение? А как это так номер? Ну, если ты с кем-то пойдешь, я буду выходить. Что у меня с рекомендацией? Не знаю, Света, пойдешь, не пойдешь? Идешь, да? Ну, давай, доиграем тогда, да, я тоже приду тогда к тебе сейчас. Себя на протяжении... Да, блядь! Да, блядь, вы ебанутые, нахуй! Вообще. Кого успеваете, блядь? Охрана! Отмена! Они говорят, что я рублоксер, но я не рублоксер. Я гад. Сейчас будет, блядь, кухинг наш, да? Вот только был момент, как... Тихо. Что ты выберешь? 52, да здравствует Санкт-Петербург и этот город наш, или Ама Рокстер Попстер? 52, блядь. 52. Что ты выберешь? Жить в страшном сарае, там, где есть гаменышки, или жить в будке? А? А? Ах. Сарая. Что ты выберешь? Встретить Моргенштерна, который пел «Как дела?» — это новый Кадиллак. Крутой, короче. Или оставить комментарий под видео, да все, отсосать, если любишь родных. Люблю, но не оставлю. Пошел ты. Сука, Коля, воистину воскрес. Тамара. Что за хуйня? Я сидел утром эту хуйню бачил. Сидевший. Только попробуйте, блять. Идите нахуй.
сразу, блядь. Только попробуйте, блядь. Блядь. Еще и на жопу приземлилась, блядь. Виталий! Эту ручку вот так вот. Ебать. Куда я попал, нахуй? Знаю. Это что? Это количество побед. Brawl Stars? Пруф, что хлеб не умеет разговаривать по-английски. Алло. Алло. Миллион лайков. Ладно. Еду в магазин Гуччи Санкт-Петербург. Бонзол еще и пел на... Че за пиздец? Здороваться или... Привет. Эй, я тебе обращаюсь. Что ты выберешь, зумер? Так. Я не зумер, блядь. Выиграть 1000 баксов и отдать их в благотворительный фонд помощи животных. И или о, чтобы твой друг выиграл 5000 баксов. Ого-го-го. Ну, друг, блядь. О, какой везунчик. Друг просто мне отдаст и все. Никогда в жизни не есть вкусные хрустящие чипсики? Нет! Только не это. Как же жить без чипсов? Ка-у. Или, ну, пить кофе, и у тебя, ну, не будет Альцгеймера. Альцгеймера. Ну, это же кофе помогает от Альцгеймера, да? И не будет у тебя этого, ну, того самого, как там, сейчас вспомню. Это ТикТок Ильи лет через 10, блядь. Я вам серьезно говорю, блядь. А что мне дали эти... Тихо! Было, блядь. Чехословакия! Она такая была! Короче... Блядь. Твоя тачка по имени? Так. Блядь. Денис! Денис! Никита. Денис! Блядь, Андрюха. Блядь, ну где моя, блядь? Сейчас зайду, на! Куда ты, блядь, зайдёшь там, на? Он тебе говорит, сейчас зайдёт и... Она тебе будет, зараза. Хана тебе будет, зараза! Я говорю, что я срал на грудь твоей матери, я жиденьким. Я стучу, я вижу. Блять, почему я попал? Да блять! Тойота. Ведь вот на теле... Запахло весной. Весной. Запахло весной. Sometimes you gotta close the door to... Пацаны, пизда нахуй! Это видео мистера Биста новое с яхтой, бля. Get down with a bit of bad boy flow. Alright, bro, good night. Good night. Alright. Oh shoot, I forgot to get my water. Чего, бля, как? This is... Блять, оно не дотягивается языком. Блять, вы суки, ебать. Ну как... Брейквей закрыли. Фейк. Все работает. Мистер. А как дальше? Бля, придурки, суки. Put her down and let her go. Thank you.
Даня Каша, нахуй, это обожает, блядь, такую музыку. Мне кажется, он бы уже все, блядь, откинулся. Ты тупее обезьяны, если не сможешь пройти этот лифт. Не понял! Первый давай. Вопрос. Сколько месяцев в году? 12. Правильный ответ. 12. Идем дальше. Сколько цветов в радуге? 7. Ответ. 7. Номер 3. Какую соленую воду нельзя пить? Морскую. Ответ. Морскую. Перед следующим вопросом зажми так. Комментарий и выбери любой смайлик. Нет. Четвертый вопрос. Какой месяц самый короткий в году? Февраль. Ответ. Февраль. Не забудь отправить видео своему другу обезьяне. Пятый вопрос. Как официально называется страна Америка? United States of America. Ответ. Соединенные Штаты Америки. Да. Номер 6. Во что превращается очень быстрый шаг? Бег. Ответ. В бег. Седьмой вопрос. Что получают на любой вопрос? Ответ. Правильный ответ. Ответ. Восьмой вопрос. Сколько граммов в одном килограмме? 1000. Ответ. 1000. Девятый вопрос. Во что бросают мяч в баскетболе? Кольцо. Ответ. В кольцо. Сохрани видео. Нереально так. Десятый вопрос. Кто главный на корабле? Капитан. Ответ. Капитан. Ты тупее обезьяны, если... Легчайшая нахуй. Огонь и вода, вместе навсегда. Две противоположности, но вместе они шли до конца. Вместе решали загадки, преодолевая все трудности. Собирали алмазы, все в шоке были от... Эй, кто? О, осуждаю, блядь. Сука, вьюшечка, блядь, что ты репостишь, тварь, блядь. Что с ним, блядь? Пиздец, бро, не оброс еще. Пидор. Ать! Суждаю, блядь. Нет. Вы только посмотрите на этого Никиту. Так. Объясни-ка мне, почему ты сегодня так поздно пришел домой? Никита, пизда побрита. Да у тебя еще и весь член в помаде там, а? Где ты был, Капелина? Что ты мне сейчас говоришь? Ты шел по универмагу, подскользнулся и рухнул в отдел женской косметики. Шизофрения, последняя стадия, блядь. Эй, пацаны, это называется просто бля. А как это? Дорошь. А, блядь, забыл, осуждаю. Блядь, не чтобы оно развивалось. Как хорошо ты знаешь молодежный сленг. Попробуй назвать эти семь слов. Давай, первое я... должно быть я легким. Молодежный. Как на сленге будет видео, в котором человек показывает свое жилище? В смысле, блядь, рум-тур. Конечно, это рум-тур. Второе. Так, подростки называют звезд и знаменитостей. Хочется сказать хайпики, блядь. Селебрити, типа. Да, это селеба. Третье. Селеба, блядь. Уверенные в себе мужчины. Симпатичные, уверенные в себе мужчины? Сигма, блядь. Что это? Сигма, первые три разобрали. Теперь зажми комментарий и выбери какой-нибудь эмодзи. Четвертое. Нет. Человек, который наводит суету и поднимает кипиш. Суетолог, типа, наверное, блядь. Суетолог. А. Пятое. Этим словом подростки называют тирана и манипулятора. Абьюзер. Абьюзер. Отправь этот тест другу. Пусть тоже поотвечает. Шестое. Так. Состояние разочарования или замешательства, при котором человек впадает в пассивную агрессию. Обязательно... Тильт? Обязательно сохрани это видео. Да, это тильт. И последнее. А. Только истинный знаток сленга сможет написать правильный ответ в комментарии. Термин, означающий мужскую привычку ездить в общественном транспорте с широко раздвинутыми ногами. Мэнспрендинг. Как хорошо ты знаешь... Мэнспрендинг. Да, я знаю, блядь. Я знаю это после того... Короче, было видео какое-то давным-давно, блядь. Там, где девка льет водой, короче, мужикам в общественном транспорте. Ну, типа, между ног им льет водой, блядь. За то, что они сидят, типа, широко расставив ноги, блядь. Так, а есть еще молодежный сленг? Я молодежный. О, давай. Как хорошо ты знаешь молодежный сленг. Попробуй назвать эти семь слов. Первое должно быть легким. Как на сленге будет смеяться, прикалываться над кем-то рофлить. Или чем-то?
Конечно, это рафлить. Второе. Так, подростки называют человека, в которого безумно влюблены и часто безответно. Краш, типа? Да, это краш. Третье. Грустные и мрачные люди, которые разочаровались в этом мире. Dead Inside. Dead Inside. Первые три разобрали. Теперь зажми комментарий и выбери какой-нибудь эмодзи. Четвертое. Хитрая провокация человека на какое-то действие. Подожди, еще раз. И выбери какой-нибудь эмодзи. Четвертое. Хитрая провокация человека на какое-то действие. А, ну байтить типа. Байт? Это байт. Пятое. Этим словом подростки часто называют что-то страшное и пугающее. Сейчас, подожди, вспомню, блядь. Спуки, скери, скелетон. Подожди, сейчас. Блядь, забыл. У меня вылетело из башки. А, крипота, да. Ну, крипоте лет больше, нахуй, слову, чем некоторым, блядь, вот, нахуй, в ТикТоке. Крипово, блядь, Овый, очень старое слово. Отправь этот тест другу. Пусть тоже поотвечает. Шестое. Афера, обман и мошеннические действия. Скам. Обязательно сохрани это видео. Да, это скам. И последнее. Только истинный знаток сленга сможет написать правильный ответ в комментарии. Этим словом подростки называют мужчин за 30, которые перестали скуф? Следить за собой. И играют ну, в танки. Ну, скуф, да, легко. Как хорошо ты знаешь. Сможете ли вы назвать давай вот эту еще. Эти 7 сленговых слов по их описанию? Докажите, что вы не бумер. Первое должно быть легким. Как на сленге будет внезапно пришедшая популярность и слава? Хайп! Конечно, это хайп. Второе. Конечно. Прохлаждаться, расслабляться, отдыхать. Чилить. Чилить. Третье. Доказательство. Подтверждение чего-либо. Пруф. Пруф. Первые три разобрали. Теперь зажми так. Комментарий и выбери какой-нибудь эмодзи. Четвертое. Жесткое обращение с кем-то. Издевка или унижение. Буллинг. Буллинг. Пятое. Человек, который постоянно умничает, придирается и надоедает. Нёрд. Душнила? Отправь Блядь. Ну, считай то же самое. Тест другу. Пусть тоже поотвечает. Шестое. Человек, который не в курсе последних трендов и новинок. Обязательно. Мне в голову пришло только он в танке, блядь. Я не знаю. Сохрани это видео. Олд! И последнее. Только что, блядь? Чё ты нахуй несёшь, блядь? Какой олд, блядь? Не в курсе трендов, блядь, олд. Чё за пиздёж, блядь? Истинный знаток сленга сможет написать правильный ответ в комментарии, сводить своих друзей в парочки, находить кому-то его любовь. Сваха? Сможете ли вы на... А, шиперить, блядь. Ёбаный в рот. Ну, по... Что? Так. Ещё раз позвонишь, убьём нахуй! И мы сойдут. Будем. Бро думает, что он в симуляторе козла. Пошла нахуй. Насколько хорошо ты знаешь своего парня? Пиш... Блять. Ну, условно, не моего парня, просто вот, ну, допустим, как я знаю Илью? Давай. Пиши ответы в комментариях и отмечай его. Бургер или шаурма? Бургер. Путешествие с палаткой или отдых в гостинице? Гостиница. Ну а как я проверю-то, блядь, чё бы он ответил нахуй? Хорошо, давайте вы пройдете. Про меня. Что я выберу? Что я выберу? Пишите один или два. Потом я буду говорить. Я первое бы выбрал, нахуй. Так, ну-ка. Ну да, тут самолет. О, давай, давай, давай. Ну тут блины, да. О, вот это интересно. Давай, давай, давай. Пицца. 100%. Так, ну это халява. Тут первое, да. Газировка или энергетик? Первое. О, ну это тоже легко. Тут первое, да. Тут первое, да, тут легко. Опа, блядь. Ну-ка, нахуй. Кэш-деньга, блядь.
На самом деле между этим не выбирают. Назовите любую страну, которая начинается на букву И. Исландия. Если вы сказали Италия, извините, но вы выбываете. Не говори то же самое, что и я, иначе вы проиграли. Давай. Номер два. Назовите любую породу собаки. Шпиц. Если вы сказали мопс, то вы, к сожалению, выбываете. Номер три. Удерживайте комментарии в течение 3 секунд и выберите любой эмодзи. Ну, крутой в очках. Если вы выбрали этот эмодзи, вы выбываете. Нет. Вас легко угадать. Номер четыре. Скажите любую видеоигру. Counter-Strike. Я уверена, что вы сказали игру Dota 2. Бля, я думал сначала Dota. Номер 5. Назовите любой вид спорта, связанный с мячами. Гандбол. Я предполагаю, что вы сказали баскетбол. Номер 6. Если вы сейчас проиграете, то вы должны сохранить это видео. Кто будет первым, если вы нажмете на поделиться и затем... Да иди нахуй. Написано, сегодня же по-другому написано. Тимин снимает кофту. О нет, блядь. О май гад. Расшифруйте, какое я слово... Я не буду это смотреть, блядь. ...тут спрятано. Легкий уровень. На гусь. Гусь. Гусь нос. Ногсь. Что? А, блядь, это утка, блядь. Какое это слово? Лимонный дьявол. А, это ад был, блядь. Какое это слово? Рыбак. Средний уровень. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Так. Какое это слово? Столица. Легко. Какое это слово? Мусолить, типа мусоль. А, это фа, блядь. Да я чё, ебу, я музыкант, что ли? Какое это слово? Три 14. Пирог. Точно. Если было легко, соберитесь, переходим к тяжелому уровню. Так. Какое это слово? Кратер. Блять, вентиляторы, блять. Какое это слово? Глазок. Какое это слово? Улет, блять, ну что. Гололед? О. Расшифруйте, какое... Спасибо за... Охуеть, тип застрял, блядь. Суперточный... Я заебал! Здравствуйте. Было? То, что сотрудник Макдоналдс... Я... Квиз-опрос для пар. Ну, это... блядь, я один! Они, чтобы пройти со своей второй половинкой. Кто чаще заставляет другого смеяться? Я! Кто первый признался в любви? Я! Какое ваше любимое совместное занятие? Отдыхать. Кто лучше готовит? Я! Кто чаще говорит «я люблю тебя»? Виталий. Кто больше любит ходить по магазинам? Я. Кто любит планировать больше? Виталий. Кто больше верит в гороскопы? Виталий, я не верю. Подпишись, чтобы не пропустить еще ну больше... Все, прошел. Угадай песню по мелодии. Давай. С? Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Правильный ответ, градус режиссер. Волна. А. А.
Да, блять. Правильный ответ. DJ Smash, «Волна». Есть. «Белая стрекоза любви». А. Правильный ответ. Quest Pistols Show, «Белая стрекоза любви». Есть. Я не знаю. А? «С неба до земли» пишет. А что это? Я это не знаю. Правильный ответ. Quest Pistols. «С неба до земли». А, угадай, ну песню. Ты мир сошел с ума. Пиццу приносит в квадратные коробочки. Режет, будто я на круглое, а режет ее на треугольник. Лежу это, блядь. Дима, дверные проемы, блядь. Всех. Да, блядь. Насколько ты знаешь треки 2016-го? Знаю. 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 Так. Знаю. Ебать, треки охуенные, знаю. Так. Тоже знаю. Это ремикс, правда, ебаный. Это Викинд. Ну это хуйня. Знаю, конечно. Блять. Знаю. Конечно, тоже знаю, блять. Все знаю, нахуй. Знаю, блядь! Забаньте этот трек в ТикТоке, блядь. Это каша вот так спал у меня, блядь. Эти породы собак. Давай. Какая это порода? Не назову. Ебать там котов, нахуй. Там ничего не было. Блять, сука, тварь ебаная. Фу, блять. Я чуть не вымер, нахуй. В конце прям я охуел, когда назад поехала, блять. Угадаете аниме? Не, я не знаю аниме. Ихня черная. Так, давай, 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 что? Сейчас скажу. Первое. Чё я, блядь, прохожу-то? Ай, ты мир сошёл с ума. Пиццу приносит в квадратные коробочки. Режет внутри. Искать мне. Guess the song from the lyrics. Давай. 2000s edition. When I was a young boy, my father took... Слышь, ты чё такая дерзкая, а? Запрет. Знаю. Не знаю. Блять, а Настя, я знаю один трек нахуй. Вот это знаю. Вот это тоже знаю. Собачки. Блять, ебать, что вспомнили нахуй. Блять. Забуду имя любимое. Вот это знаю.
Я думал, это Егор Крид пел, блять, что нахуй? Это не Егор Крид пел, блять? Ебать. Что нахуй? Голос один в один, блять. В смысле, выигрывал? Или не выигрывал? Это реально похоже. Блять, наебнулся нахуй. Давай! 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 Мон! Ебать, блять, вот это сильно, блять. О, какой. 2018, сколько лет назад был, блядь? 6? А что я делал в 2018? Это знаю. Хорошо, ты знаешь молодежный сленг. Давай, ладно. Первое должно быть легким. Как на сленге будет человек, который много времени тратит на компьютерные игры? Задрот! Блядь, пиздец, молодежный сленг, нахуй. Конечно, это задрот. Второе. Так подростки называют своего лучшего друга или подругу. Best friend, блять, как нахуй? ЛП? ЛД или ЛП? Блять, кто так нахуй называет, блять? Я так не называл ни разу в жизни, блять. Третье. Беззвучный режим на электронном устройстве. Мьют, типа, что? Мьют. Первые три разобрали. Чё, блять, какой беззвучный режим, нахуй? Теперь зажми комментарий и выбери какой-нибудь эмодзи. Четвертое. Очень сильно смеяться с чего-либо. Угорать. Орать. Пятое. Что, блять? Я ору, использовали, нахуй, сколько лет назад. Какой, нахуй, молодежный сленг, блять. Этим словом подростки называют уютную и приятную атмосферу. Вайб? Ламповый. Отправь этот тест другу. Пусть тоже поотвечает. Шестое. Дешевая подделка какой-либо вещи. Наебка. Ну... Фейк. Обязательно сохрани это видео. Паль. И последнее. Только истинный знаток сленга сможет написать правильный ответ в комментарии. Этим словом подростки называют травлю человека за его телосложение или лишний... Как оно, блять? А как оно? Буллинг? Ну это ж буллинг. А, фэтшейминг, ёбаный в рот. Что за пиздец? Твоё сердце... О! Обточу в острые, как нож, камень. И оно превратилось в драгоценный ног камень. Себе любёный бал моей любви. Без у него голос лагает. По спине! Не. Да, давайте у нее спросим. Я сейчас сам спрошу. Денис, 20, что ждет? Пожалуйста, ну хоть ты ответь мне. У тебя 7 зрителей, блядь. Не заметить сложно. Блин, чё за хуйня? А чё они все офают, когда я захожу? Почему они все офают нахуй, когда я захожу? Что я сделал им, блядь? Блядь. Guess the movie from the soundtrack. Давай. Мстители. Ты сошёл с ума. Пиццу приносит в квадратные коробочки. Потому что опасная личность, блядь. Я уже вижу. Видите хэштег, да? Не задоджил, блядь. Да, блядь! Да, блядь! Да, блядь! А, нельзя так. Говорят, мы пяки-буки, как вы носите. Вот это легенда, блядь.
дайте, что ли, корм. Вот это легендарный. Попкорн. Или крендельки. Крендельки. Что бы вы предпочли? Яблоки или бананы? Яблоки. Сходите в ресторан в одиночку или, или с первым, с первым кто человеком, идет нахуй, блядь. Который появится, когда вы нажмете поделиться, а затем нажмите WhatsApp. Шоколадный торт или ванильный торт. Шоколадный. Оливки или грибы? Оливки? Грибы. 100%. Брауни или печенье. Брауни. Печенье. Брауни. Печенье. Получите сухое. Плохие новости завтра. Или? Или прокомментируйте процент. Комментирую, 81. Ну все. Я тебя не знаю, не прощаю. Пошло за хмай, ты чай, пошло, не мечтай. Раз, раз, раз. Это... Тихо. Тихо. Every day I'm shuffling. Ой, ой. Бля, тоже старый ТикТок или новый, не знаю. Ай, Мора, блядь. Ухохочете. Достал меня этот Никитка со бля, своими опять Никитка, нахуй. Играми. Опа. Кем я только уже не была. И учительница, и медсестра, и доктор, и проститутка. Ебать. А тут, оказывается, так. Он признался в том, что его возбуждают пчелы. Ну, все бы ничего. Пока он... Мне пиздец, Оксана наваливает, конечно, блядь. Вечером не... Уже примерно один час залипаю на этого танцующего зомби. Это вообще за... Ибо кабан несется нахуй. Какой город является столицей Соединенного Королевства? Лондон. Лондон. Какой город является столицей Канады? Оттава. Оттава. Какой город является столицей Египта? Пизда, проебал. Тутанхамон. Каир. Какой город является столицей Южной Кореи? Сеул. Сеул. Какая столица Греции? Афины. Афины. Какая столица Турции? Блять. Стамбул? Анкара. Блять. Индии этот... блять, забыл. Нью-Дели. Да. Какая столица Мексики? Мексико. Мехико. Какая столица Южной Африки? ЮАР. Притория. Как... Что? Ты тупее пещерного человека. Нет! Если не сможешь пройти этот наипростейший тест. Ладно. Первый вопрос. Сколько секунд в минуте? 60. Ответ. 60 секунд. Так. Что делает собака, если ей жарко? Лежит. Ответ. Дышит языком. Номер три. Какая блядь! Последняя буква алфавита? Я. Ответ я. Зажми кнопку комментариев ответ и отправь я. Смайлик, если сказал правильно. Так. Продолжаем. Из какого растения делают сахар? Тростник. Ответ. Сахарный тростник. Как есть, у растений блядь. Называется прием пищи? Фотосинтез. Поставь лайк, если ты умный. Идем дальше. Как называется сила, которая притягивает всех к Земле? Ответ — гравитация. А. Отправь это видео другу, который явно тупее пещерного человека. Не продолжаем. Я. Какое самое умное животное в мире? Человек. Ответ — дельфины. Кто первый придумал лампочку? Я. Ответ — Томас Эдисон. Сколько дней в году? 365. Ответа 365 дней. Сохрани это видео, чтобы так. быть умнее. Кто главный герой фильма «Гарри Поттер»? Этот.
Гарри Поттер. Блять, ну как его звать-то нахуй? Блять, забыл. Макс Барских. Кто? Блять, забыл, как его звать, блять. А, Рэдклифф, да. Ответы. Гарри Поттер. Ты тупее пещерного человека, если не сможешь пройти этот наипростейший тест. Ответил. Первый вопрос. Сколько секунд в минуте? Так, что, идем играть Hollow Knight, блять?